Ты должен помнить. Ты тупо шипы про товары носки стирает целый день. Сын мистера Пропера, блядь. Долорес, Долорес. Что там? Носит туда. Чё, шкаф есть вроде, блядь. Чё вы? Два тела за сумму не помочь. Не знаю, чё. Да ты сперва с жанром определись, потом спрашивай. Да блин, разные настроения бывают. Ну блин, жанр. Ну блять, американский пирог посмотри тогда. А я чё, дурачок, что ли? Такая беспечность. Ну, новенькая. Ты что про товары играешь? Ой, достать ножи, посмотри, новенькая что ли. Детектив плюс комедия, все дела. Джеймс Бонд в главной роли. Конечно, Джеймс Бонд, блядь. Хороший фильм, посмотри. Ну, актер этот ебаный. Я просто не понимаю. Пирс Бронсон, блядь, ты понял, короче. Ну да. Не, фильм прикольный, интересный. Или Командос, посмотри. Хуяндос, блядь. Неликс самые баяны советует. Стиратель так-то норм, я, кстати, недавно. Я на кассете еще долго. Давно смотрел, помню. Звоните, Лара. Ты бы еще сказал кабельщика посмотреть, блядь. Кого? Кабельщика. А ты смотрел? Смотрел. Или ты хуйня? Вообще. Как он птичку-то, блядь? Бля, вообще не вспоминаю, вы тут. Привет. Ты, говорит, будешь моим другом, блядь? Бля, я забыл шмотки взять, Коль. Чё, мы с Монородом пока потанчим? Чё бы не стоит? Войт, слышь? А? Там пианист забыл носки взять, которые шипы тебе постирал. Слушай, Войт, ты давай плати бабки. Я тебе бесплатно что-то стирал. Давай, 5000 голды за нахуй. Пошли, пошли, трешак пошел. Я просто подбегу, дам горн. Так, опа, чтобы нормально было. Сука. Ой, горн, ЛП покинуть тело. А, я же сегодня уже обезрежил по ушке, да? А, не бесуются? Ну, мы трэш чисто без беса. Я тебе говорю, а ловушки ресуются? Не знаю даже, как сказать, какой фильм топовый, типа. Свадебная ваза будет, если на то пошло. Зелёная. Вот, к примеру... Голый протовар. Шестой элемент, это типа пародия. Ну, да. Здесь чисто. Не, что-то я боюсь такую хуйню смотреть. Я единственную пародию смотрел в своей жизни, знаешь, как называется? Суперфорсаж. Это такая хуйня. Такая хуйня, Люда, там этот дурак, короче. Который Дуэн Джонсон типа пародирует. Да не, пятый элемент, кстати, Ролф. Пятый элемент лютый фильм вообще. Не пятый, а шестой, сори. Шестой, блядь? Да. Я боюсь. Там с этим... С седым мужиком, блядь, не помню как это. Лесли Нильсон. Да, точно. В свое время было ржачь. Этот намазывает этой хуйней постоянно маслом каким-то, блядь, руку намазывает, блядь, и бабу эту спрашивает. В облипочку, говорит, маечка, в облипочку. Ой, голый пипарет. Кингсман я смотрел, нихуя не понял, короче. Так себе. Хуйня какая-то. Дети шпионов, блядь, и то интересно.
Да, Бандера смочит, да, лучший. Ну, блядь, не то что Бандера, я просто не понимаю, ну, задроченный фильм какой-то. Кингсман, Куинсман, блядь. Не супер охуенный фильм, не трогает, блядь. Ой, свадебная ваза очень потрогает даже. А где там ловушка наша? Чё за ваза, чё там? Знаешь, я лотал моба, и прям подо мной ловушка оказалась. Она тряслась. Наверное. Чё, большого будете бить? Это бывает. Кто-то сдох. Чё, побьём его? Или пускай да ходит? Зачем? Да пускай ходит. Бой не повесится, если не спадёт. Но ну, если его вот... не пулить, то нет. Мне кажется, топ-фильм это, короче, «Властелин колец». Вот эти три части, первая. Как же «Властелин про товаров»? Вот если бы кто-то снял такой, то не пасил «Властелин про товаров». Прикинь, просто про челика, который за про товары играл. Хроники, да? Хроники про товары. Хроники про товары. Есть хроники Риддика, а это будут хроники про товары, блядь. Он такой в инженерских очках, да? Угу. Он смотрит. Одно очко треста Дэна. Star Wars смотришь, там вроде в качестве появился, но самый последний. Чё за Star Wars? А, понял. Звездные войны. Ну, я знаю Звездные войны, но я последний посмотрел фильм «Параша» какая-то, блин. Ну, оно такое, да, ну все равно, типа. Шкаф, сумон. Шкаф. Мне кажется, Долоруса снова уши надерут. Я вспомнил, мистер Бин. Чё Долоруса? Уши надерут. А чё ему уши надирать, он стакает, стакает? Не любит, когда шумы идут. Тык. Шумы? Какие шумы? Ну, кто-то с игрой в игре со звуком играет. Ну, ой, типа звук огня вот этого, да? А чё, талисман стакается от этого? Конечно, стакается. Пиздец. Ты чё думаешь, как гриб, что ли? Не-не-не, не, занимаешь? Протопал, краски всем дай. То есть холипал. Да, протопал на замене тоже желательно дать краски. Элбри. Давайте, ребят, у нас час. Сделал фрит. Гоу, монород, гоу, гоу, гоу. Не-не, Элбри. Стерео 500.
Монород ГЦ. О, опять тут не падает. Второй КД подряд. Пошли, пошли. Майнспек. Офспек. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной Майнспек. Силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их. Сейчас будет бум. О. Вовремя я успела отлететь. Кожа, мускулы, майнспек. Что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем... Офспек. Че лежим, встали, зашли в портал. На успех никому не надо. Тем скорее выберите иной путь. Один принят. Ну мало ли. А кого легче всего делать? Паладина, да? Эрдрушку. Эрдру, да, потом Паладина. Холик. Делай Эрдру. На холика много боишь просто. А, Неликс, я не вижу осколки. А кто осколки будет собирать, сказали уже? Ну, наверное, Неликс, потому что из мейн состава только у него есть квест на осколки. А я не знаю, что стало. Это кто говорит? Ангел. На собирание осколков просто. Лёша, ты тут? А, он женой обладал. Значит, чужик собирает. Окей. Перенесите там испуга рейда в войны наш. Сейчас. Роль дал. Вар, ты кричи, пожалуйста, по КД на ад. Хорошо. Кто у нас не в кулак? Сейчас взорвешься. Беги, малышка, беги! О, можно на бусе посижу? Так у нас миликов шеда? Мало. Да, я в шеда. У нас миликов мало, конь. Ну вот. У кого есть доступ к осколкам с рейда по мейнспеку? Неликс, Анкил, жена. На рок. Рокобой еще говорит. У кого-то есть осколки хоть какие-то или нет? Анкила 2. Количество. Рокобой 1, Анкил 2, Монород 1, Повс.
На этом когда жужжим, дальше может передумать. С Зузыком потом тебя шантажировать будет. Я убрел. Я убрел. Что, третий танк? Все готовы. Третий танк. Ну, Войт, Монород, наверное. Монород второй. Нету третий. Про тобой есть спек? Кого спек? Танк. А, не, нет. Давай кисть. Сейчас я. Мы с Монород там на леди посидим. Окей. Кто по танкам, кто слева, кто справа? Я слева. Че, гол? Все шаманы Герус пул отдают. Все готовы, да? Да. Только духом не ловите. На дух не ловить. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ты этих ловец лестницы причем. Контроль. Элем. Да ёбану, убейте мобата. Чё за хуйня? Сянь Делорус Антей контроль. Уход. Уход в проход. Великий, к боссу не подходите. Идите трэш. И бегайте уже трэш. Народ, удачи, огромный бит. Там набьет. Сови солодайте и в любых. Убить-то зачем сову? Сови дайте контроль. Шамагол есть ты? Дай БР по Мозеру. Как трех зальется, у кого один из танков, дайте пацаны. А вот да напуливайте сразу. Мили занят дух. Сядь в элеме контроля. Мелизон.
центре дух. Сейчас все порталите и быстро. Бой провис. Сзади трэш надо убить. Назад, назад, кто побежал на корабль, назад бежим. Алло. Можно я на соврфанге в ДНД? Пропустим, еще не пусть. Можно, а нужно. Давай, Вой, ты на том корабле, а он монород. Как жизнь? А, Лёх, тот же вроде только РЛ запускает, да? Угу. Угу. Вой, на тебе лидерка. Сука, не могу на шип сесть. Звучит, да? Про товар, садящийся на шип. Ну да. Заранее брюли сняла. Пека.
Но с новыми прикрутками поле, кстати, немножко ротация опять поменяет. Сейчас посмотрим. Я же говорю, я еще не тестила, кроме как на даже в рейдах не было. Вот на магике обычки и все. Что-то я маленько лагаю. Есть кого еще так? Микрофризы, да. Короче, это просит ретрику, которую ты сказал. Ну. Блять, все на части донатное. То, что не донатное, у него 245-я, 264-я. Чарок, чарки хуйня, камни тоже самое. Типа я ему сказал, типа нормальные чарки камни повставляешь в бисовый, ну типа 284-й шмот, тогда только, блядь, все рассмотрю, так что. Там просто вообще типа 284-я запас РСК ХМ-ки, да? А эти апокалы, блять, без камней вообще. Да. И он типа написал, доступ есть, опыт игры есть. Спамьте, спамьте, будет декахиль, умоляю. Доступ. Доступ там может быть и есть, и этот есть. Типа. У него фетиш там с жайной, допустим, дохуя умоет. Больно бьет. Типа у него, ну, и доступ есть, типа, вопросов нет. Но просто в чем прикол? Прикол в том, что этот ретрик, типа, вообще в некоторых шмотках камни херня, типа, вообще, некоторых вообще их нету. Ты представляешь, 284-я шмотка, запы, допустим, да? У него без камней и без чарки. Ну, то есть, грубо говоря, это пиздец. То есть запы с РСХМ, блядь, человек носит 284-я. У него там, блядь, камней нету, даже ЛКшных, да, и, блядь, чарки. Ну да, подозрительный пассажир. Кольцо! Заберу даже за ГП! Господи! Даже за ГП, блин, да? Да, за ГП беру я. Она и на хила подходит, как-то если МП5 хватает. Я, господи, еще одно осталось. Сижу, думаю, идти в магазин или нет. Походи, что нет. Потом поздно будет. Мозер, ну куда? Какой в спеку тебе ты же уводишь? Редкое кольцо вообще. Ладно, сейчас орка убьете. Ну чё, мы там? Ты нас поддерживаешь? Посмотрю на вагонов, какой ДПС. О, я сейчас в шедешке побью. Народ, народ, твой офспек ролит. А народ, то дадите на мишку. Ребята, шмот чё, по приору или как ролите сегодня? Main spec по приору, спек по... Окей. Ну и как бы на успек уходит тот, который, в котором вы в самом деле спекаетесь, хуетесь-то. Тебе надо было за ГП ролить на мейн эту хуйню. Тоже нормально на робу собирать капы. Мой мальчик погиб у врат гнева. Ну вообще-то нет. Вот. Пробуйся. Накинь тарту ГП. Накинуть ГП тарту, говоришь, да? За кольцо. За кольцо сколько-то? 3, 8, 9.
использовать. Давай после сурка я начислю. Я не знаю, кто будет танчить, но будет нам народ. Уже начислили. Сын остался бы цел. Тогда и наспекнешь своего дема, чтоб побыстрее. Вовремя ты сказал, я уже... 8 секунд. 8 секунд. Я уже спекнулась. Риснулась. Кто меньше Мозера вагона. А чё не Кирс? Все настолько сосредоточены, что... Угу. 30к дают. Крепные руки. А я вообще-то в соло дама, так же. Солоцы. Вы говорите, что дым дамажит. Сейчас посмотрим, солоцы. Слышишь, что у всех такой баг? Дилоруса 20к, он на первом месте, Сантей 28к. Не, там 28к у меня. Рядом с матерью и у меня что-то о, не записывает. Посол да, таргет. Ну да. Хрена, 22 у него. Скиньте в дискорд скорее. А, тебе общий или именно в босс? Мозер, мозер, позор, мозер, позор. Это после спадения скады, а когда держалось, было там по 28 на первых местах, а так 26-25 вот. Ну да. Там типа 2к ДПС в скаде падает всегда после боя. Смотри, у тебя шипы больше набили, за счет чего? Эдик, скинь скрин. Ну, я сейчас скину. Это? Я тебе объясню попозже. О, Вэлбрилла самый прикольный. А, ты... Все, я поняла, ты стример. С какой? Чехов? Не, с сердечком этим. Мозер, все, теперь твои шипы не то. Фу-фу-фу, на Алекс вагон не обогнал меня. Вагон, блин, ты кресты такое, На 2000. На 2000 меньше меня нанес, фу-фу-фу. Нихуя себе. Даже удивлен, блять. Знаете почему? Mm-hmm. 18 место у нас 15 ждало. Все остальные 20 плюс 3 примерно. На Ларе бы столько довольно-то куда. Там неудобно. Типа общий ДПС 430 тысяч. Ну типа вот смотри, даже банально до 15 первых позиций дают 20. Ну вот до спадения по скаде
да, до того, как мы его добили. Так, и что, там уменьшение его, пошло. Там 26. 22 тысячи, он на первом. У меня 26 это пишет. Лёх, там дотки, потому что съедаются, и урон в секунду снижается резко. Так, у меня 26 пишет на нем. А у меня сколько? Сейчас скажу. Там ты в Дестрике был? Конечно. У тебя 23, но это со спадением. То есть, грубо говоря, у тебя 25, у меня 25. У двух рук чуть больше 26. У Мозера должно быть где-то 27. Санте и Делорус у них по 28. Блин. Санте в Дестрике? Да, в Дестрике он. А Делорус? А я Делорус в Африке. В Африке. Я отойду быстро. Что-то вы наравне. Блять, а как должно быть? Да Делорус, блин, это нечестно. Да ладно, я абузер просто. Неликса наебал опять, как обычно. Хули он вагон нихуя не шарит в механике? Мне так нельзя делать, Надер. Тебе можно. И это вы, грубо говоря, без анхолик. Да. Да, анхолик не бафнет нас так. У нас сова и так бафает, как анхолик. Нет, анхолик дополнительно еще будет бафать. Так, нет. Чем, блядь? Слушай, я смотрел, типа, проверяли. А вот эта вот хуйня, на, что ты говоришь, работает только на одного ДК-шку, да? Да она не дает. Всегда работала на всех болеет. Стандартно с ЛК на ЛК положено. То есть давала, так и должна давать. То есть она работала, вот допустим, если взять даже просто, да? То бля, там 2000 спокойно ему дает. ДПС. Две тысячи ДПС это неплохо. Так просто потести, загони своего вон холика на босса, на любого, вон сейчас вот чумка будет, тут же есть боссы почти манекен. Нет, там бывает. Так, короче, сила к Ниле никому точно не надо, да? Я своего запускаю так. Поддержи собаку, мой народ. Пойду скажу, короче, погоди. Ну вот, ты на кого кидал в серию? На кого? А можно на меня вот на бочке? У меня написан слева. На тебя макрос, только я в этой локе кинал. Могу сейчас кинуть. А есть макрос, чтоб на коника диван кидать? Стойте, подождите, а то он что-то тут много дымажит. Че, демо нормально дает? Да, нормально, Лёх. Ну, типа, смотри, там я с абузингом не в соло-тарге, да, еще по трэшу свечился, но при этом все в босса записывалось. Примерно столько же выходило. Я бы сказал, что в соло-тарге даже больше урон стал. Ну, при соблюдении ротации. Плюс мне еще тринкет один надо поменять. Там может быть еще чуть-чуть подрасти. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас 25к в соло таргет идет. Хочу мишкой танчить. Монород, блядь, отдай мишку. В смысле, мишку можешь оставить, ты опять отдай. Махнемся. Кстати, челику сказал, он сразу полированные камни поставил. Вообще фул.
если маны нет. Всякие ДК, да? Да я 100% за ДК. Блять, это ж не периодический урон. Делорус. Схуяли не периодически, если он стоит... А, схуяли он периодически, он ченнелинг, ченнелинг, он не периодический. Ну, а, ой, ладно. Ай, не надо это есть, это никак не связано. Алло. Ну, Делорус, нажми да. У меня еще не фулстаки. Стоит обузит там. Теперь вспомните, некоторые были вагончиками месяц назад, за 20-ки. Ну, сейчас фулл рейд буква, можно сказать, дает больше 20 спот. Типа, считай еще тех, кого нету сегодня. Кровь Лану успеем убить? За 20 минут? Ну, теоретически. Не, убивайте. Убивайте. А, кстати, завтра у ДВшников есть что по рейдам? Я что-то забыл. Ну да, Джей. А, там... Все, короче, я отошел по бурам. Да куда ты, блядь? Ну стой, куда ты, блядь? Чё? Ну-ка, это, монорот, кинь-те, алло. Что-то просадило его. Где Розали? Что много газа стоит. У нас 5 человек блюют. Рейдж, словите как-то. 12 метров рейдж. Это третий? Угу. Две в мили. Одну цель хитти, он народ. Склепал. От 9 забираем. Придем? На крестике рофлер. Ага, я и думал. Это же это видео. Чё у вас там сапожки, было? Сапожки, сапожки, ребят. Сегодня лут жгёт. Да, да, хороший лут сегодня. В ДВ сегодня и пояс, сапоги упали. Смотри, далёкая земля, да. И на это... Постоп, анкил. Так, сколько там надо? 580. Ну вот это кольцо, я не знаю, сколько я ждала. Не столько, сколько Протоварас ждет свое Т5. Солара-то покруче же будет там. И Солара возьму. Оно почти одинаковое. Нет, там красный. Хастас. Я и Солара возьму. Ты не переживай. Самое главное, что красный гем можно будет ставить. Мне нужны два кольца. Это самое такое лакомство. Поля, зачем тебе два одинаковых кольца? Я не таскаю за репутацию. А, кому нужна кровь? Присоедините в рейд. Никому? Оставляй в бассейн. Так,
Да рано или поздно и для хила пригодится. Раньше я таскала кольца без МП5. Так что, в принципе. На крайняк в ПВП, да, блин? Да, в ПВП я на МП5 таскаю два кольца. РТДшники раньше наберите. Чего не хватает? Да, ворос. Все хватает. Я же нажал, да. Монород. Да? Не отображается. На боссе ты где? Хочешь слизней води? Хочешь? Плюс поставь. Все, пока. Давай. Хуярь босса. Да, давай ты по воде, тебе проще. Господи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Отличные новости! Народ. Уже перебегаем, да? Для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Надо было это четыре. Здесь по таргет. Ракобой, что ты делаешь? Бей босса. Эх, боль, нам бы еще экзекуточку. Сейчас со шмотом покопаюсь чуть-чуть, смотрю. Я все-таки убеждена, что выброс лавы надо жать, когда тринка прокает, либо когда первым. Дольше я тебе объясню сейчас. Смотри, с новым модификатором там немножко все меняется. Теперь вначале мы набираем 30 стаков, на 25-30 кидаешь лаву, да? Потом сливаешь 3 шипа, потом набираешь до 15 стаков и нажимаешь лаву. И на 30 стаке то же самое. Потом сливаешь опять трижды и повторяешь. Чтоб у тебя первозданная земля теперь висела постоянно. Потому что мы бесполезно кастуются так дольше, чем молния, да, это сначала. Еще такой момент есть, что между шоком и лавой надо одну молнию вставлять. Это да, это я так. Там, потому что ГГД на шоке еще будет одна секунда. Либо надо в отзвук 5 талантов кидать. Ну, я мне не хочется. Наверное. Че там? Как Леха скажет? 4 плюс 2, да, босса. 6 боссов, 1200 минус 200. 1000, да? 1000. Че начислишь? Да, давай начислю. Не зря я сегодня в целка просилась, да? Как мы пришли сразу. Надо.
Я вот математику вашу не понял. 6 боссов, 1200 минус 200. Я 200 за приход начислял, а оказывается уже начисляли. Поэтому такая математика. А, там вот сам себе снимешь, да? Сколько там было? Ты про что? Ну, с твина. А он в рейде, что ли? В восьмой группе. На нем просто помощник, я его кикнуть не мог. Осталось две шмотки. Две долбаных шмотки. Чего там, кстати, Долорус решили с тринкетом? Ну, я не буду себе оставлять. Вон Санте спрашиваю.